вечером. Коту недавно усы отрезал. Можно поговорить об этом, если есть какая-то проблема, можем прямо сейчас, если вдруг у кого-то какая-то трудность, что-то кто-то хочет озвучить, вообще кто-то вот пришел, чтобы вот прям вот тут хотелось бы, чтобы вот поднялось чуть-чуть настроенечко, пожалуйста. Пожалуйста, есть уникальная возможность. Если таких людей нет, и вопросов тоже нет. Хочется куда-то улететь, но некуда лететь. Но я же говорю, что я не все проблемы могу решить. Да? Но, наверное, некуда лететь, куда хочется улететь. А так, в целом, есть куда полететь. Вы были в Твери? Куда вы хотите полететь? В Бразилию. Открыто. Пожалуйста. Мне билеты в Норвегию. Мне надо через Рим полететь. У вас вопросы... У вас, подождите, это очень интересный маршрут вы выбрали. Вы хотите в Бразилию через Норвегию? Нет, через Финку. Через Финку. Вы подождите, я москвич. Финка — это Финляндия? Да. Хорошо. Мне нужно уточнять, потому что Финка, я не знаю, может, это Финазепам. И вы так называете, что типа мне сейчас надо Финазепама и полетела. А вам нужно через Финляндию, а Финляндия пока закрыта. Да. Так, ну что, мы будем надеяться, все откроется. Но я вас расстрою, скорее всего, не в 2021 и не в 2022. Спасибо. Да. Вам главное узнать, сколько билеты не сгорают. Я думаю, это не наша проблема. Я думаю, это проблема других государств. Мы готовы. Вот сейчас, если откроется, мы говорим, мы полетели. Мы-то согласны. Вот я уверен, мы такие люди. Вот нам сейчас откроется Китай. Ухань. Прямо то место, где он жрал эту мышь. И мы такие, да. Погнали. Без проблем. Да... В целом, это не пессимизм. Главное, чтобы болячку как-то победили. Ну, у меня такое. Я готов ждать. Если до этого нужно 5 лет подождать, я готов подождать 5 лет. Я не сильно... Вакцина ж есть. А? Вакцина ж есть. Вы вакцинировались? Нет. Ну, вакцина есть. Подождем, подождем, пока. Подождем. Ваши вакцины 144 противопоказания. 144 противопоказания. Ну? А? Что ты скажешь на это? Как насчет парацетамола. Вы вообще, когда покупаете лекарства, и вот там есть противопоказания, они же всегда ужасные? Там всегда типа смерть. Тяжелая смерть. Смерть на туалете. Ты такой типа, ну сейчас у меня температура. Так что бахну парацетамольчика, пожалуйста. Не обращаем на это внимания. Я всегда открываю, когда вот эту литературу в лекарстве, я такой, типа, сколько в день? Все. Все остальное не для меня. Написано для каких-то более других людей, которые более внимательны к своему здоровью. У меня жена вообще Нурофен как гарнир ест. Я вам клянусь. У нее... У нее не поэтому, у нее вообще, она мне такие говорит вещи страшные. Вот мужчины же как болеют? 36,9, все, МРТ, сразу же. Мужчины так болеют, мы не выдерживаем чуть-чуть температуры. Женщины как болеют? 44,3, сейчас детей накормлю, яишенку прям на ладошке замочу. И потом пойду, уберусь, да, и потом, если будет свободное время, температуру померяю. Женщины же так болеют. И она мне говорит страшные вещи. Она мне говорит, ноги крутит. Ноги крутит. Для меня это 0,3. Вот только если не ноги, даже если ногу, даже если палец. Мы все равно звоним, ну, потому что... Что значит ноги крутит? Говорит, спать не могу, ноги крутит. Такая... И самое главное, мне нравится, как они просто ставят тебя перед фактом. Они такие,
Ты просыпаешься от того, что она проснулась? Ты говоришь, ты что, не спишь? Он говорит, ноги крутят, спать не могу. Спи. Это как бы тебе выбор дает. Ты говно человек? Заснешь ты с этой мыслью, что у любимой ноги крутят? И ты такой думаешь, блядь. Однажды у нее вообще бывает пафос. И, короче, я не люблю с ней путешествовать, потому что она всегда какую-то болячку нахер привозит. Чтобы вы понимали, в Голландии, в Амстердаме, она застудила почки в музее Ван Гога. Дул ли я вам стики, хочешь спросить? Соответственно... В музее поддерживается определенная температура для сохранения картин, и на улице было очень жарко, она зашла, а на ней был такой какой-то то ли топик, то ли что, застудила почки. Прилетаем домой, она говорит, блядь, жестко, короче, в туалет, ссать жестко. Я говорю, больничка? Ну, для меня это логично. Она говорит, да. И в итоге знаете, что произошло? Она вот так вот выходит, и потом возвращается и говорит, ну, вроде попустила. Настолько организм не хотел ехать в больничку, что просто говорит, блядь, сейчас сами нахер поправимся. Все женщины вообще. Я думаю, что человечество вообще выжило, потому что женщины. Что я думаю, что на самом деле это мужики попросили переписать историю, что это мы охотились. Я думаю, на самом деле охотились не женщины. Потому что, знаете, уходили мужики, там уходило их 400. Возвращалось 4, они такие, понятно. Давай, подметай. Пошли, бабоньки, втроем. Но серьезно, потому что то, как ваш организм выдерживает такую стрессовую ситуацию, как роды, ну, это просто гениально, потому что на самом деле это огромный стресс для организма. Бля, мужики бы не выдержали. Я бы точно говорю, бля, убей меня, прямо убей и вытащи его. Вот так я бы говорил. Это сейчас же есть всякая там эпидуралка, там обезболивающие всякие там техники, все. Раньше же просто она такая, терпи. Потом они придумали, дыши. Прикиньте, дошло до них, что надо дышать. А у вас сколько детей, если секрет? Это не секрет, вы думаете, это секрет, сколько у меня детей? Двое детей у меня два мальчика, да. Это фигня еще. Это фигня, у вас сколько детей? Я хотел бы посмотреть, когда у вас появится первый. Я не говорю про себя. Я знаю, что вы про знакомую, у которой 4, да. Я видел семьи, у которых 5 детей. Двое отдыхают. Двое, конечно. И я вам хочу сказать, даже там разница небольшая. 2 или 500. Знаете, в чем прикол-то детей-то? Например, почему двое легче, чем один? Потому что, например, когда у вас первый, почему один сложный? Потому что у вас очень мало опыта, у вас паника в основном, потому что вы не обладаете навыком, если что, блядь, откачивать детей. Вот я помню, вот смотрите, когда у нас был первый, вот он чихнет, и я такой, МРТ, сразу же. Да, а потом, когда у нас появился запасной, ты уже понимаешь, что ничего страшного, не так все это страшно. Если кто-то из них упал, ударился, мы просто замираем и ждем. Если начнется плач, значит, задышал. Понимаете, такой критерий. Соответственно, когда двое вместе играют очень часто, со временем, начинают вместе играть, очень много времени, не такие эгоисты растут. Соответственно, трое еще проще. Четверо детей я видел, и там мама, папа ничего не делают, там старшая... Там старшая мать всех остальных настраивает. Так, ну что, кто-то хочет пообщаться, может быть, кто-то возник, может быть, опять же, есть какая-то проблема, трудность, либо там компанию прорекламировать. На всякий случай скажу, что обязательно надо будет с кем-то поговорить. Так что вы одного человека выберите, чат создайте какой-то общий и пожертвуйте человеком, с которым... У вас дочке скоро 15. Да. Я вас поздравляю. Это ужасно. Это ужасно?
У вас одна дочка? Да. 15 лет ей? Да. Ну, 3 годика осталось. Это потрясающе. Ну как? Все равно потом не бросишь ребенка. Как не бросишь ребенка? Ну как-то давайте признаем, уже полегче. Полегче уже будет бросать 18-летнюю. Очень страшно? Да. И из-за чего? Вы думаете, что что-то может плохое произойти? Мальчик какой-то обидит? Ну, мальчик, наверное, не обидит. Вы за нее переживаете, типа, чтобы она не села? Все хорошо будет с девочкой. Вы не переживайте, все будет хорошо с девочкой. Если правильно вы воспитали, все сделали, все будет хорошо. Да, ну страшно за ребенка, когда он подросток. И в нашей стране, в нашем городе... В других-то городах максимально спокойно? Спокойно. Вы не переживайте. Тут смысл такой, что, например, переживаешь, что ребенок, если сделает что-то глупое, ну, например, если не обучил, не воспитал, то есть, мой недавно, я переживаю за своих. Почему? Потому что я вижу, что мало бывает дома. Когда бывает, думаю, такой, сейчас буду со своими детьми играть, с пацанами, думаю, через секунду, ёпарасоте, бля, когда это закончится, пожалуйста. Потому что они не терпят неправдоподобности. Если ты играешь с ними, они требуют, чтобы ты выкладывался на полную. Если это битва, это должна быть реальная битва. До крови? Не до крови. Я вам до смерти, вот правильно человек говорит. Правдоподобное, с точки зрения, ты должен отыгрывать переживания, эмоции, бластеры, звуки мечей. Все разнообразие должно быть постоянно. И одно дело, играть так 5 минут. 5 минут я могу отыграть. Пиу-пиу, чё, я летающий меч в тебя, щит, броня. Полтора часа. Через полтора часа знаете, как выглядит битва? Я, короче, гранату в тебя кидаю. А бывает так, что типа он так тебя победил, и такой, нет, ты очень... Пап, ну вставай, все, заново. Нет, ты вот так убил, мощно. Я аж не могу встать, это был мощный огненный шар. Коту недавно усы отрезал. Вот это я, короче, видать, что-то мы, ну, не докладываем. Говорю, зачем сделал? Ну и не знает, зачем сделал. Просто проверил. Кот, вот здесь есть усы? А здесь, как у меня на башке. Вот так, 3 волосинки торчит. Я говорю, не надо так делать. Не надо, если ты не знаешь, зачем, не делай. Не делай. И вот это вот я переживаю. Не знаю, если вы вложили правильные качества, то все будет хорошо. Соответственно, так что все будет хорошо. Не переживайте, пожалуйста. Ну, какая что, я вам скажу. Я был неправ. Это ваш ребенок, ваша ответственность. Да. Я бы тоже хотел слить эту ответственность на кого-то другого с удовольствием. В чем минус детей? Вы же знаете, в чем минус детей. Это постоянная паранойя, постоянная тревога. Я помню, мне дали ребенка первого, своего. Я до этого держал детей. И я такой держал детей, такой типа, да прикольно, я справлюсь. Потом мне дали своего. Тебе просто дают ответственность на всю жизнь. Держи. Первая фотография, знаете, какая у меня с ребенком? Всегда мода была, я видел у многих... Черно-белые фотографии, батя с этим кулечком. Всегда эта фотография, он в этой шапке, бля. Почему-то батя всегда зимой забирали детей. Усы у него, все, советский гражданин. Летом не забирали. Да, почему-то. Я такой, хочу точно такую же фотографию, вообще будет замечательно. Мне дают ребенка, я как бы смотрю на него, мне приходит это осознание ответственности и паранойи, что вся моя жизнь теперь построена из-за того, как у него, типа, будет жизнь складываться. И я не успел сфокусироваться, типа, улыбнуться. У меня первая фотка вот такая. Она реально есть. Я просто сейчас не могу ее показать, там нет экрана. Вот такая. На втором ребенке то же самое чувство, но я такой, типа... Это получилось. Я раньше думал, почему типа матери очень говорят, шапку надел? Ты поел?
Такие у них вопросы. Я думаю, блядь, мне интересно, как там карьера складывается, как там выступление проходит. Оказывается, нет, мне тоже насрать будет. Я буду вот так, я буду звонить, если он поднял трубку, я буду скидывать. Значит, живой. Значит, рука есть, как минимум. Смог ответить. Поэтому минус детей — это постоянная паранойя. Постоянная паранойя. Младший 2 месяца назад сломал ногу. 3-летний ребенок сломал ногу, потому что я на него упал. Спасибо большое. Гребаные плюшки. Скатывались на плюшки, он что-то вылетел, я что-то вылетел за ним. И упал, в 3 местах сломал ногу. Ватрушки. Ну, у нас плюшки говорят. Я знаю, что у нас разные языки. Санкт-Петербург, Москва. Ватрушка, плюшка, вы поняли, да? Надувное... Да, чертовые плюшки, не вот эти, которые гашишь. Соответственно, ватрушки. Не вот эти, которые с творогом. Да? Понятно. Понятно, все. Вдруг кто-то перепутал, что мы такие на огромные ватрушки с творогом скатывались. Да, такая, так сложилась карьера, что мы в Москве уже как шикуем, огромные ватрушки себе делаем. С творогом. Вы, у вас есть ватрушки с икрой? Вы раз, хоть раз... Я тоже не видел с икрой. Не-не-не, что, мы шикуем, но мы не странные. Соответственно, выпал, сломал ногу. О, потели за секунду когда-нибудь? За секунду потели? Это вообще интересное чувство. Все, я сразу понял, что что-то не так. Едем в травмпункт. Врач приходит, врач, травматолог. Бля, что они такие здоровые вообще, а? Видели травматолога вообще? Ты думаешь, бля, у тебя какой-то особый скелет вообще, я не знаю. Они все огромные просто типы, просто. Он, значит, снимает там комбинезон. Нога вроде целая внутри. Все, типа, вроде, типа, окей. Говорит, ну давайте рентген сделаем. Потому что я насквозь не вижу. И я говорю, давайте рентген. Сидим вот так в кабинете, ждем. Вот заходит врач и говорит, значит, и я запотел. Прикиньте, вот так вот. Он сделал паузу. Значит, дальше была микропауза. Я вспотел. Он говорит, в 3 местах сломал ногу. Но без смещения. Говорит, удачно сломал. Офигеть, да, формулировка? Удачно сломал. Прикиньте, удачно сломал. Все, и, значит, первую неделю меня не подпускал. Говорит, пап, ты плохой. Да, блядь. Спасибо тебе большое. Мне же и так вообще переживаний мало в этой жизни. Говорит, уйди, ты плохой. Все из-за тебя. Я говорю, я тебе сейчас 2-ю ногу сломаю. И слава богу, значит, 2 месяца были в гипсе, он оттаскал гипс, реально все удачно, у нас есть, все снимки я сохранил, реально там последняя была встреча, он показывал нам, врач, типа, вот смотрите, вот здесь, вот так, там все, вот здесь прям ты видишь, во, нихера себе, прям в натуре. Сняли гипс, нога, как бы, соответственно, была неподвижна. Жена мне сегодня скидывает видео, он, соответственно, ну, надо наступать ногу, он боится, не уверен. Блять, палочку где-то нашел. Я нам скидываю. Мудрец в дом идет. Путник. До слез. До слез.